Доброе утро. Мы проснулись на даче. Вот такой у нас вид сегодня. Итак, трап спущен, пойду чуть-чуть прогуляюсь, покажу дачу. Я, кстати, сегодня дежурный по кухне, поэтому долго прогулки не получится. Нужно еще всем завтра готовить. Спящие собаки. Смены бегающие с утра по дорожкам. Собак, кстати, оставил свой след на дорожке. Красивые горы. И сейчас мы дойдем до пляжа. Все домики, все палаточки по бокам предлагают разные туры на яхтах. То есть даже тот, кто не имеет свою яхту или не взял ее в чартер, может вполне позволить себе день-другой провести на яхте. Узнать, как его организм относится к морю. Турция, кстати, курящая страна. Здесь в ресторанах стоят пепельницы. Никто за курение где-либо вообще ничего не предъявляет. Турки считают это в порядке вещей. Кто-то уже отходит прямо с утра. Время 7:30 на часах. О, какой красавец. Привет. Пляжик, в котором купаются люди. И ограждающие буйки, чтобы люди не заплывали туда, где плавают уже не люди. Не люди. Вот тут ручеек спускается. Прям с гор, судя по всему. Ресторанчики, как обычно, лапедисты.
которые катаются, где им хотят, где им хочется. Это вообще особенность Турции. Тысячезагор, типичный пляж для Турции. Узкая полоса перед берегом. И обычно все заставлено шезлонгами. Но здесь как-то просто песочек. Спят в пачке. Я сегодня пойду без утреннего перекупа. Причина банальна, у меня не будет на это времени. Прикольная речка, попадает в море, рыбки развлекаются. Выше чистой воды. Ну что ж, скоро будет конец пляжа. Ну что ж, пора домой. Снять крючок с якорной цепи. Раз, два. Чертов. Выбираем якорь. Не отдавать, а подтравливаем. Газу дай на нейтрале. Нейтраль. Газу на нейтрале. Газу на нейтрале. Газу. Поднять якорь. Отдаем, отдаем. Все, забирай. Свободным. Отлично. Убираем якорь. Идем к нашей следующей точке. Если вчера мы шли Бойды Виндом, ветер раздувал так, что в микрофоне вряд ли было что-то слышно. Сегодня мы идем, даже выпрямили вверх, ветер у нас галфинг, а истинный бакштаг, периодически переходящий в Ордувин. Так что паруса у нас раздуты, нас несет вперед к нашей новой стоянке.
очередному ресторанчику. Вот и наш парус. Огромный парус. Наша Генуя. И грот. Грот поменьше. Но этих двух парусов хватает, чтобы мы шли с отличной скоростью. Наша цель, к нашей цели. Такие вот видны. Такие видны, открываются. Курсы, конечно, прекрасны. Особенно с моря. Конечно, туристические городочки. Мне на самом деле поднадоели. Мне вообще не нравится. Скопление больших туристов. Но природа. Погода шикарная. Сейлинг на полных курсах. Умиротворен и расслабляющий. Итак, пришли на очередное место стоянки. Товарищ штурм, как называется это место, куда нас провели? Это место называется... непонятным русским словом. Непонятным русским словом. Будем стоять мы у причала, принадлежащему ресторану «Октопус». Как обычно, стоим за возможность поесть. Вон он, ресторан. Называется «Сюгут». «Сюгут». «Сюгут», простите, мой французский. Скорее, турецкий. «Сюгут». «Сюгут». Ну, некое место «Сюгут». Вот. Да, so good. Да, наверное, это так, so good. Отлично, красивейшее место. Деревянный причал, все как я люблю. Причем по которому, с обеих сторон от которого вода. Кто-то стоит на якоре, кто-то на причале. А, они даже, вон катамаран стоит. Но они не на якоре, они стали на буй. Вон перед ним оранжевый. Красавцы. Да, отличное место. Ну, смотрит на запад. Значит, завтра с утра будет нам спину светить и будить нас на завтрак. Красивое место. То, что я люблю. Уединенное. Тут сплошные яхтсмены. Никаких дорог. Никаких толп туристов. Пляжи полупустые. Место красивое. О, смотрите. Какую красоту на эту яхточку повесили. Русалка бронзовая. Сплошные яхтсмены. Посмотрим, чем интересно место Сюгут с рестораном «Октопус». Все-таки яхтинг – это отличный способ времяпровождения.
грузики с выбросом сводок, которые якорь на стоянке. Не слышу вообще ни одного человека, говорящего по-русски. Была семья французов, которые учили русский, и нам что-то сказали. Ну а так, русскоговорящие здесь только мы. Мы в этом ресторанчике мы будем кушать. Нам забронировали столик с видом на море. И, судя по всему, с видом на закат. Супермаркет Yacht Service. Ну, судя по всему, просто продукты. Мы, к счастью, закупились в Мигросе, местном турецком супермаркете. Нам ничего покупать не нужно. Очередной ресторан. Судя по всему, причалка этого ресторана. О, здесь сети. Готовят раков. Прям туда. И галечный пляж. Но что мне не нравится в этом пляже, он находится прямо перед лодками. То есть здесь мелко, лягушатник. А я не люблю лягушатники. Дальше воды все равно не заплывешь. Там вечно движение, вот вечно кто-то отходит, кто-то приходит. По-моему, столик с видом на море должен выглядеть именно так. Ну что ж, посмотрим, какой столик будет у нас. Типичный турецкий сервис. С места, где раньше стояли лежаки. Сейчас их убирают и ставят столики. Пока есть солнце, загораем. Солнце ушло, начинаем кушать. Ну, правильно, я считаю. Зачем место зря пропадать? Ух ты, какая там классная штука стоит. Кладбище кораблей. Посмотрим, посмотрим. И вот такие кораблики. Я сомневаюсь, что их когда-нибудь восстановят. До состояния, чтобы они смогли выйти в море. И они тут постепенно доживают свой век. Что говорить? Кладбище. Этот кораблик явно когда-то был тем самым большим корабликом, который возит туристов. Сейчас посмотрим, из чего это делают. Шкив для вращения винта. Мощный какой. Да, в общем-то, деревянный. Деревянный. Фанера. Обшита стекловой тканью. Проломленный корпус. Ну, честно говоря, страшно было бы мне на таком кораблике кататься, дорогие туристы. Обычная фонарь, обычная фанера, тонюсенькая, обшита стеклотканью. Ну,
Возможно, тут внутри еще дерево из дерева собрано. Возможно. Вот какие-то рангоуты видны, которым должно было дерево крепиться. Да, скорее всего, здесь есть деревянное все-таки дно. И поверх деревянного дна уже наложена фанера. Да, вот здесь остатки дерева видны. Потом фанера, потом стеклоткань. Да, да. Но зато, как только они отслужили свой век, вот они стоят на берегу. Кильды хоть. Прочный, возможно, даже железный. Вряд ли можно починить. Но наверняка можно из запчастей, которые еще целы, собрать другой. Ну что ж, я возвращаюсь на свою яхту. Вот она, ночная Турция. Луна и лунная дорожка. Наш ресторанчик, в котором мы ели.